Прости, господи. Ну да, конечно, она же не могла расчесать волосы до видео. А мне сейчас сиди на монтаже и смотри это дерьмо. Всем привет. Я хочу отметить несколько перемен, которые произошли в моей жизни. Первое. Я заболела снова. Ничего удивительного. Штору вот сменила. Ну, из перемен еще вот кофту прикупила. Просто вот обычную серую кофту, вот, которая у всех есть. Зачем? Ну, у всех есть, у меня тоже должна быть. Ну, охуительные, да, перемены? Просто жизнь заиграла новыми красками. Приобрела, так скажем, новый оттенок. Но есть одна перемена, не озвучив которую, я не начну видео. Кто у нас тут такой маленький? Такой сладенький, да? Это Ася. Ей 1 месяц. Она очень маленькая еще. Поздоровайся. Между прочим, вы бы уже давно знали о том, что у меня кошка появилась, если бы были подписаны на мой телеграм-канал. Там весело, там очень мило, там все самые свежие первые новости вы от меня узнаете, там мы с вами болтаем, обсуждаем насущное. Поэтому, пожалуйста, ну, так же и называется, как и я. Анемия. Я уже готова приступать, учитывая, что я вообще не знаю, как играть в нее. Не смотрела ни одного, опять же, прохождения, как и всегда. Ничего не читала, ничего не знаю. Смотрела только трейлер игры и поняла, что мне пизда. Опять в своих супер-ультрамодных наушниках. Окей, эппловские, но не эппловские, а просто дешевые из любого магазина. Вот за 50 рублей, что ли. Погнали! Так, начинаем наше прохождение. Ань, можно мне тоже поиграть? Слушай, игры это, конечно, хорошо, но тебе еще к ЕГЭ надо готовиться, не забывай. Поэтому держи. Да знаю я, в этом и проблема. У меня ЕГЭ через 11 месяцев, а я что-то уже туплю. Не знаю, как мне готовиться и все такое. А ты же сдавала ЕГЭ. Как ты готовилась? Я просто нашла классную онлайн-школу ЕГЭ-ленд. Может, слышала? ЕГЭ что? А, ЕГЭ-ленд. Ну, да, слышала. Что такое? Ну, как тебе сказать? Хотя, что говорить? Я лучше покажу. Иди сюда. Офигеть, вот это движ. И что там реально такие крутые преподы? В ЕГЭ-ленд работают только самые заряженные преподы, которые на мемчиках, рэпе и других понятных вещах помогут разобраться даже в самом трешаке. Также лучшие кураторы будут мотивировать тебя на протяжении всего учебного года, что позволит тебе получить желаемый результат, не зубря бессмысленную теорию. Звучит интересно, но сейчас таких школ много, поэтому даже не знаю. Ну ладно, раз ты не веришь мне, посмотри, сколько восторженных 11-классников. Да и к тому же ты в курсе, что каждый 8-й стубальник, получивший заветную сотку, прошел курсы именно в ЕГЭ-ленде. Школа каждый год ставит рекорд по количеству стубальников, что доказывает ее крутость. Убедила. Как там она называется? ЕГЭ-ленд. Ссылка в описании. Начать игру. В некоторые жаркие и сухие дни лета руководство парка... Что? Нет, да куда? Я не успела! Так часто мы... Что-то там. Это очень мудро. Начинаем нашу игру. Видим какую-то синюю машину. Продается земля. Звонить Кейт. А я сейчас позвоню. Тут, прикиньте, они сделали, да, что реально можно просто отходить, куда ты хочешь. Но нам в любом случае по тропе. Хотя очень странно. Она что, врезалась? Она что, врезалась в забор? Это что? Это что было? Это что был за звук? Кто-то в кустах, что ли? Может быть, кролик. Красота неописуемая. Студия Blue Chill с гордостью представляет. Она... А, камеру, что ли, можно на тап менять? Ёперный театр. Я все это время с камеры ходила. Алекс Тинтер, Брэндон Фрэнк. Я сейчас буду как в фильме озвучивать. Сейчас смотрите, следите за мной. Какая-то эта крепость, смотрите. Гаррет Маркс, Марк Хедли, Эшли Мари. Вообще не похоже, я как будто просто ебанулась. А что это за крепость? Там есть какой-то проход, может? Сейчас люди, которые смотрели прохождение, такие, господи, самое конченное прохождение в мире, просто рассматривать деревья и крепость. А что вы хотели, дорогие дамы и господа? Чтоб я сразу в пекло, что ли, вперед батьки? Что ж, идем дальше. Надеюсь, это мои шаги, а не кто-то за мной идет. Ну, вот такие игры у меня комп тянет, да.
1901 года. Конечно. Все, ладно, давайте уже спокойно дойдем, наверное, до точки назначения. Надеюсь, у меня прохождение хотя бы на 20 минут получится. Будем разделять. Или на 30 сделать. Ну, в общем, как вам понравится, так и сделаю. Так. А чё резко-то темнеет? Только что было светло. Только что солнце палило, пляж, волны, море. А сейчас что? Куда мы докатились? Посмотрите, мы просто доходим, и все, и уже темнотища. Чё за очко динозавра-то? Это вообще просто неприятно, если честно. Ну это вообще, люди, что такое-то? Уже сумрак. Где мой Эдвард? Давайте посмотрим, что это за... Продается. А с хуй мы идем-то там, где продается? Ладно, я так злюсь только потому, что мне страшно на самом деле. Дверь... Кто дверь не закрыл? Ну ладно, заходим в дом. Я не знаю даже, как в этой игре убегать от кого-то. Ну типа, как... Дверь закроем. Как вообще... Что делать? Ой, ты ж, блядь. А это что? Кто на стенах рисовал? Проказники! Кто рисовал? Ну, как маме! Ой, стулья перевернуты. Все перевернуто. Ничего не видно. Опа! Все нахер. Это типа дальний фонарь. А это... Поняла. Все. У нас есть фонарь. Какой-то, блядь, что это? Почему дом такой огромный? Что нам надо найти-то? Я даже правила не читала. Нам что надо сделать? Пиздец. Было бы очень хорошо знать. Но мы делаем обзор дома пока что. Вообще сейчас пока не важно, что делать. Я талантлива даже в игре. Так, апельсинчики. Плазму кто-то уронил. Кажется, телефон не работает. О, нашли письмо. Благодарю. Я не могу отблагодарить тебя за то, что ты помог мне выбраться отсюда. Было довольно сложно продать это старинное место, и я жалею, что не обратилась к тебе раньше. Ты не представляешь, как счастлива я буду, когда все останется позади. Люблю тебя, Кейт. Примет добавим в журнал, его можно посмотреть позже. Как? Как? Как зайти в журнал? А что, светло на улице достаточно? Опа. Две подруги. Что-то мне страшно. Мы тут все обошли снизу, да? По кругу тут все. Опа. Письмо нашла, один номер. Привет, Кейт. Давно мы не общались, да? Надеюсь, ты меня не забыла. Я знаю, что письма это старомодно, но иногда я люблю сесть и написать что-нибудь, понимаешь? Итак, я не помню, чем занимался все это время. А, это мальчик. Но недавно вспомнил обо всем, чем мы занимались, когда были детьми. Помнишь, как ночью я приходил украдкой, и мы вдвоем отправлялись на приключения? Мы называли их охотой на привидений, светили фонариком между деревьев и подпрыгивали от малейшего шороха. У нас было богатое воображение. Хотел бы я вернуть прошлое. Похоже, последующая жизнь была менее веселой для нас обоих. Че тут зачеркнуто? Как давно это было? Как... Че, блядь? Ты зачем зачеркнул-то? Переписывай. Прости, забудь, я начал нести чушь. В любом случае, дай о себе знать поскорее. Знаю, что твои дела идут не очень хорошо в последнее время. Поэтому я просто хотел узнать, как ты. КР. Примет добавлен в журнал. Можно посмотреть позже из главного меню. Ну, обосраться теперь. Пойдемте-ка, наверное, наверх. Картина какая-то изувеченная. Что это такое? Коридор какой-то. Блин, ребята, я сейчас обосрусь, я серьезно говорю. Мне прям стрёмно. Да ладно, это всего лишь пиксели. Господи, эту игру создали люди. Чего бояться-то? Унитаз. Знать бы, что искать. Я нашла только фонарь, блядь, и две записки. Офигенно. Я мастер игры. Аня 20 минут пытается понять, что ей надо делать. А, мы сюда не ходили. Ань, ты дура? Господи. Ключи. Ключи написано Кейт. Это от комнаты Кейт. У меня собака там еще что-то делает. Я боюсь из-за этого. Ой, ладно, дальше идем.
Разбросана лампа какая. Ёб твою налево. Кто это все наделал? Закрой-ка я дверь нахер. Окно выбито. О! Что это было? Я что-то нашла. Какой-то рисунок. Кто орёт, блядь? Дверь, подождите, она была открыта или закрыта? Я ничего не могу найти. Это что за... Нашла письмо. Кейт, я хочу снова увидеть тебя. Не могу перестать думать о тебе, Кейт. Думать о нас. Я сожалею о том, что произошло в парке. Наверное, я не должен был говорить все эти вещи. Я знаю, что ты не чувствуешь то же самое, но я не хочу отпускать тебя. Надеюсь, когда-нибудь ты передумаешь. Я буду ждать. Прошу, просто подумай об этом еще. Я так много хочу тебе показать, многим хочу поделиться. Я хочу тебя защитить. Надеюсь, мы по-прежнему сможем быть друзьями. Очень похоже на письма, которые я бывшему писала. Я клянусь, я так же писала. Вот просто точно так же. Но я не Кейт Росс, в этом проблема. Не, я походу тупая. Я походу тупая, ребят. Это все, это окончательный вариант моего ответа. Я тупая. А это что такое, мы тут были? Мы тут не были, что ли? Это что, я куда зашла-то, часы какие-то? А, вот. Нашла! Мы тут не были. Письмо номер два. Какая-то почта. Неизвестный отправитель. Ой, спасибо, что позвонила вчера вечером. Может, это звучит банально, но мне было приятно услышать снова твой голос. Рад, что у Лорен тоже все хорошо. Лорен, кстати, это, по-моему, мой главный герой. Но да, о том, что мы обсуждали, даже не знаю, что думать. Каковы шансы, что у двух людей одинаковая галлюцинация? Может ли это быть просто совпадением? Сегодня, как обычно, должен пойти к врачу и собираюсь спросить у него об этом. Посмотрим, что он скажет. Я расскажу тебе, что узнаю. Ок. Выключи! Так, вроде никого. Я вижу его! Я его вижу, посмотрите! Посмотрите в окно! Блять. Ребята, я такая тупая. Вы знаете что? Я сейчас загуглила, что делать. И оказывается, вот врата-то открыто открылись, понимаете? Открылись врата, и надо уже давно уходить из дома. Так, какие-то ворота, да, должны быть, или что? Которые в окне были. Господи, уже пролог. Я с пролога-то уже обосралась с этого. Что дальше-то будет? Да уж. Это не страшно. Слендер не страшно. Ага. Так, нам надо выйти, я так понимаю. Выйти. И пойти по дороге. Просто идем по тропе. Ну, я лично иду по тропе. Не знаю, как кто-то там другой. Я бы не хотела. Ну, вообще, если честно, играть бы в эту игру. Это что такое? Вы видели? Горит красным. Нам куда? К машине вот этой? А, это не машина. А, нет, это какая-то хуйня. И что она? Что она делает? Это реально машина. Почему нельзя сесть и уехать домой? Уехать домой на генераторе. Она была гением. Ну ладно, Outlast, согласитесь, страшнее. Так что если я проходила хоть как-то Outlast, значит, я могу Слендера уж точно пройти. В крайнем случае, не знаю, там... Попрошу помощи у интернета, что? В какую нам сторону? Ну ладно, идем по этим фонарям. Мне, если честно, на секретке похуй. Нет, это, конечно, интересно. Но у меня сердце колотится. Очень сильно. Очень. У этих фонарей что-нибудь, может быть, есть? Нет, ничего нет. Стоп, мы вернулись, что ли? Или нет? Или где я? Или где? Мы тут были, что ли же? Стоп, мы тут были? Я что, вернулась? Ань, ты тупая? Может, сюда куда-то, по тропе? Да нет тут тропы. У меня лагает камера. Все. Все. Все, пиздец. Приплыли, девочки. Приплыли. От него же еще, по-моему, что-то надо убегать или что?
Ладно, идем сюда, в лес. Наверное, нам сюда же, да? Камера лагала, это все. Это знак. Это знак, что как бы, ну, желательно уйти отсюда. Где этот фиг? О, генераторы! Генераторы надо искать. Все, поняла. Ну, жесть, я такую-то устану. Ребята, вы видите, на горе, ну, мужчина стоит? Так вот, это не мужчина, блядь. Я на него хочу посмотреть. Че смотришь? Мы два генератора зажгли или сколько? Эти поиски генераторов утомляют, реально. Я как будто восьмичасовую смену отхуярила. Я слишком долго на одном месте стою, слишком долго ищу генератор. Просто смотрите на время на камере, просто смотрите. Сколько я ищу генераторы? Этот я зажигала. Ведь я зажигалка. Мы вообще сейчас по спидраним, понятно? Мы будем спидраном проходить. Хижина. Какая-то хижина. Я нашла еще один. Сколько всего генераторов, ребятки? Сколько всего? Давайте... Что за звук? Стоит! Да иди нахер, понял? Мне вообще пофиг, я в здание пошла, блядь. Искать записки, понял? Здание сгорело. Вот что должно вот нас не радовать. Это что было? Это что было? Это что, блядь, было? Я не хочу больше туда заходить. У меня инфаркт миокарда. Вообще нельзя мне играть в такие игры. Где он? Только что стоял где-то. Че, ты пугать только издалека можешь, да? Стрелу, может, забьем? Вон, мой путь вообще-то освещают, мне сказали. А я иду по темени. Ну, понятно. Небо, посмотрите, какое красивое небо. Даже бояться перехотелось. Еще здание какое-то. Сейчас еще 100 скримеров. Кто вообще по ночи гуляет по лесу? Парк Оуксайд. Как это мило. Я нашла вход. Давай, пугай меня. Я готова. Я серьезно, я готова. Так. Журнал. Он идет за мной. Почему я не слушала? Он был прав. Он говорил, что это произойдет. Помоги мне. Нужен КР. Он знает, как это остановить. Найди меня, неважно. Не впусти его. Мы прошли пролог. Да-да, это я. Так, все. Давайте пойдем. Я загуглила, и нам нужно сейчас искать записки, которые оставляла Кейт. Их, по-моему, 8 штук. Они спавнятся в разных местах у всех. Поэтому вот. Искать и бегать от Слендера. Проще простого, блядь. Мы уже умеем. I would never fall in love. Все, заходим в лес. Очень, конечно, прикольно. Записки, наверное, будут на деревьях. Мы в детстве, когда играли в Слендера, ну, была легенда такая, что что-то какие-то записки на деревьях. Что-то я помню такое было. Поэтому, возможно, здесь будет то же самое. Ой, я нашла какой-то этот. Я нашла записку, ребята. Все, первая записка найдена. Одна из 8 страниц. Лучше нам делать это побыстрее, написано. У меня свет мигает, ребята, у меня мигает свет. Пошел в жопу! Где он? Сракатан, иди! Он что, когда ходит, у него от ног эти звуки, что ли? Это что, вы смеетесь надо мной? Какое-то здание, подождите, сейчас мы его обойдем. Это записка? А, понятно. Это какой-то, блядь. Ребята, мне пизда, ребята. Закрой дверь! А, не закрывается. Пиздец, охуенно. Мы где вообще? Я нашла. Нашла. Что, дальше пойдем? Дом посмотрим? Или... А, давайте дом обойдем, кстати. Пошел в срак... Я что, вообще не в ту сторону бежала? Офигенно. Да иди ты нахер! Ты что такой быстрый-то?
О, я нашла еще, походу, записку. Сейчас. Какой-то этот, видите, столб подсвечивается. Так, мы в какой-то локации сейчас тут тоже найдем, наверное. Нифига себе, Кейт, блин, понаставляла записок. Совсем уже, что ли? В одном месте-то нельзя было? А что за звуки неприятные, поганые? Отлично, три записки найдено. У меня просто сердце сейчас умрет. От него спрятаться-то хоть можно? Какая-то это здесь, может быть, есть? Конечно, есть. Четыре записки найдено из восьми. Ребята, я в дереве застряла. Я в дереве застряла. Блядь, уйди от меня. Уйди по-хорошему от меня, блядь. Мне пизда, все. Все. Да я ухожу же. Ты не видишь, что ли? Ты что, тупой? Я убегаю для кого? Чтобы что сделать? Нет, мы здесь не были, по-моему. Или были это... Во-во-во, пятая записка. Уходим. Ребят, пять записок, мне кажется, он вообще лютый становится. Я в дереве застреваю. Что-то горит. Смотрите. Туалет какой-то. На пляжу мы. Я лежу. Ты чё меня... Пошёл нахуй. Я, блядь, к туалету. Я хотела посрать. Он этот, он маньяк, походу. Да ты что? Блядь, можно не шуметь? Я и так знаю, что ты идёшь за мной. Я и так это понимаю, понял? Я так это понимаю, но... Опа! Пошёл на... А-а-а! Ты чё, идиот? Мне записку надо забрать. Шесть уже, ёпта. Ты что, конченый? Я, блядь, где? А, уходи. А, он идёт за мной. Пошёл нахер. Еще две записки. Вот у того туалета надо было. Похуй, по тропе идем. Спокуха. Сейчас записки найдем, и все, первая часть окончена. Нервов моих нету. Где он, нахуй? Я его не вижу, блядь. Отъебался. Хочу сдаться. Никогда еще не было желания сдаться. Опа! Я нашла, ребята, седьмую! Блять, он где, сука? Семь! Где тут? Где тот туалет вонючий, сраный? Ёб твою мать, бежим. Я прям мимо него пробежала, блядь. Прямо мимо него. Прямо... Нет! Пожалуйста, нет! Пожалуйста, нет! Что происходит? Ребята, что происходит? Так должно быть? Я где? Я проебала? Или я выиграла?
Я, походу, выиграла! На этом первая часть игры в Слендера закончена. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Мы сегодня и попугались, и понервничали. Я очень сильно нервничала. Еще и, учитывая то, что я не знала, куда мне идти. Еще я очень сильно довольна собой, очень рада. Во-первых, что это закончилось. Во-вторых, что я смогла пройти. Если вы скажете, что это легче легкого, это может пройти даже ребенок, я скажу, идите нахуй. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал. Обязательно подписывайтесь. Здесь очень много веселого, интересного. Мы идем к 400 тысяч подписчиков, понимаете? 400 тысяч нас скоро будет. Давайте как-то понажимайте кнопки подписаться-то. Ладно, приятно было с вами увидеться. Встретимся в следующем ролике. Пока-пока. Хватит так делать, Аня, ты что, ебанутая? Ужас какой-то. Что делаете?